В преддверии начала учебного года завершается капитальный ремонт муниципальных школ. На сегодняшний день в Центре образования «Ступени» капитально отремонтирован пищеблок и обеденный зал. Также в Центре образования завершается ремонт входной группы в здание и стадиона. В рамках программы модернизации на сегодняшний день у нас там проводится ремонт пищеблока, капитальный ремонт пищеблока с обновлением оборудования, полностью с обновлением внутренней инфраструктуры, покраска, побелка, замена полов, освещение, то есть полный комплект. На улице у нас отремонтирован стадион, практически завершен, тоже 99% всех работ уже выполнено. Осталось дождаться песок, то есть это для футбольного поля, всыпать его, разровнять, и объект готов к сдаче. Последним этапом, да, у нас подрядчик установил уличные тренажеры, то есть замен старых изношенных были поставлены новые, современные. Произошло обновление крыльца у нас, полностью переделали крыльцо, сейчас там рабочие также завершают уже свои работы. Будет полностью облицовка, выполненная из керамогранита, то есть красиво, замечательно. К концу подходит капитальный ремонт школы номер 80. Почти полностью завершен ремонт кровли здания, на финальной стадии работы в пищеблоке и обеденном зале. Здесь у нас также ремонт пищеблока по программе модернизации, плюс спортивный зал. Спортивный зал, работы практически завершены на 99%. Пищеблок, ну, на стадии завершения. Также, да, на 80-й школе у нас выполнен ремонт площадки. В прошлом году, в 23-м, мы здесь полностью обновили футбольное поле, сменили старое покрытие на новое. В этом году произвели ремонт баскетбольной площадки. Также в проекте у нас запуск аукциона на ремонт волейбольной площадки. Капитальный ремонт в обеих муниципальных школах планируют завершить к 1 сентября. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.